Уважаемые гости, я хочу пригласить на эту сцену нашу гостью, которая является членом Союза писателей России, Татьяну Леонову-Чернову. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно сегодня присутствовать на 45-й вечеринке. И большое спасибо хочу сказать Наталье Нейт, которая меня приглашает на эти чудесные мероприятия. Послушайте, пожалуйста, одно из моих стихотворений «Отчий край». Янтарное солнце растопит снега, и речка украсит свои берега. Зеленые косы спадут ей на грудь, и вешние воды отправятся в путь. В прекрасное царство цветущих лугов, где желтенький лютик склониться готов, пред белой ромашкой, царицей полей, ей часто на зорьке певал соловей. Родные просторы, тропинок и злом, в вишневом закате родительский дом, и старый колодец, источник воды, частичка забытая русской судьбы. Здесь каждая тропка с рождения мила, во взрослую жизнь за собою звала. И с детства мне дорог тот сказочный рай, единственный в мире родной отчий край. Спасибо большое.